казахстанского иллюзиониста Чингиза Ибрагима мы видели в первом сезоне шоу. Тогда молодому парню со скромной улыбкой не удалось пройти в полуфинал. Во втором сезоне попробовать себя пришел уже состоявшийся артист, умеющий привлекать и удерживать внимание публики. После первого сезона, после того, как я не прошел в полуфинал, можно было сдаться и оставить этот проект. Здесь бутылка, здесь у нас стакан. Все верно, все правильно. Но все это можно с легкостью поменять местами. Спасибо! Не хотелось сдаваться, хотелось доказать себе и моим зрителям, что я достоин победы в этом проекте. Кастинг прошел очень интересно. Я волновался больше остальных, потому что показывал то, что никогда раньше не показывал. То есть это просто идея была не протестирована, только отрепетирована. Я не мог ожидать конкретных реакций, поэтому было волнительно. Дамы и господа, сегодня я перемещу вас в прошлое. Да, у каждого из нас есть разные предметы, которые мы используем ежедневно, пользуемся ими. Это личные предметы, гаджеты, аксессуары, которыми мы пользуемся каждый день. Чтобы не потерять эти предметы, я всегда делаю следующее. Делаю такой кулек из платка. У меня эти предметы — это кольцо на пальце, которое я положу в этот кулек. Часы на руках, которые я снимаю, кладу в этот кулек. И что за иллюзионист без колоды карт? Да, и я, которую также кладу в этот кулек. И достаточно всего одного щелчка, чтобы все эти предметы испарились прямо у вас на глазах. Да, спасибо. Ну и совершенно не расстраиваюсь, потому что всегда могу сделать следующее. Уважаемые жюри, пожалуйста, переверните свои телефоны экраном вниз. Да, переверните экраном вниз. Ситора, пожалуйста, назовите абсолютно любую цифру от 1 до 9. Желательно что-нибудь побольше и не банальное, как 1, 2, 3. 73. Отличное число. Но от 1 до 9 там одна цифра. А, хорошо. Я тоже в школе 8. Очень плохо учился, с математикой не очень. 8, отлично. Серик, произнесите вслух, сколько время на часах? Так, я, честно, не вижу. Правильно, 18.05. Да. Но если я щелкну пальцем, внимание, раз, два, три, да, прослушивание, он так меня удивил. Время. Я была в шоке. 18, не то чтобы в восторге, да, а в удивлении. Это просто 17, мягко сказано. 58. Я была в шоке нереально. Самое интересное, я отмотал время не только у себя в телефоне, но и у вас на телефонах тоже. Можете проверить, убедиться в этом лично. И не только у вас, у всех, кто сидит в этом зале. У всех, кто находится в этом зале, время отмоталось назад. Можете достать свои телефоны из карманов и проверить, и убедиться в этом лично. Да. Если у вас есть, на руках электронные механические часы, вы можете также их проверить, они также отмотались назад. Дамы и господа, поздравляем, мы вернулись в прошлое. Потому что я точно помню, что 8 минут назад у меня было кольцо на пальце, часы на руках. И точно помню, что в этом кармане лежала колода карт. Спасибо, спасибо. Давай. Дамы и господа, у меня на этом все. Всем большой рахмет. Спасибо. Убедить судей в своем таланте Чингизу Ибрагиму помогла магия времени. И пусть он не повернул его вспять, но получить положительный ответ от судей ему все же удалось. Да. На этот раз жюри единогласно отправили его в полуфинал. Спасибо большое. Да, значит, вы проходите. Спасибо большое всем. Не нужно сдаваться, не нужно бросать свое дело на полпути. И я очень рад, что я не сдался, что пошел еще раз. И вот я в гранд-финале, я доказал себе то, что я не хотел. Я думаю, что на процентов 99 я справился, все пошло как надо. А репетиции были ночами, днем и ночью. Очень долго трудились, поэтому все, к счастью, все прошло отлично. Мечты сбываются относительно
То есть мечта сама по себе без цели и плана, оно как воздух, поэтому всегда нужно работать над ним, поставить цель и постепенно добиваться ее. Вот, и, собственно, что я и делаю. Долго. Мне кажется, что это получилось. Зритель в это поверил. Я считаю, что это достойный номер для полуфинала, потому что за всем этим стоит такой кропотливый труд. Участие в шоу Central Asia's Got Talent значит многое. Это и работа над собой, и новый опыт, и подтверждение своего таланта. Результаты труда Чингиза заметны невооруженным глазом. Но совершенству, как известно, нет предела. Появилось больше уверенности, чем было. Больше веры в свои силы, в свои способности, в свой талант. Перед финалом я чувствую и напряжение, и страх, и волнение, ну и уверенность в себе есть. Все вместе. Не испытываю какое-то одно ощущение. Очень много ощущений, ну и больше я верю в свои силы и больше уверенности. Если вы считаете Чингиза Ибрагима достойным победы, голосуйте за него прямо сейчас в суперприложении iTunes. Уважаемые зрители, голосуйте за меня.
Я не подведу вас. Я думаю, что я достоин этой победы. Путь был долгий и сложный. Вы все голосовали, поддерживали меня. Я очень доволен этим. Я думаю, что у меня появились новые зрители, поэтому голосуйте за меня, я вас не подведу. История успеха наших участников началась с приложения iTu. Скачивайте iTu, чтобы первыми узнавать новости Central Asia's Got Talent.